Добрый день, меня зовут Анастасия Щетинник, пиар-менеджер УДПО компании InfoUrok. Хочу вас пригласить на курс повышения квалификации, который называется «Применение методов арт-терапии в работе со старшими дошкольниками и младшими школьниками». Автором данного курса является Морозова Елена Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры консультативной психологии Московского института психоанализа. Реализация федерального государственного образования дошкольников и младших школьников требует от педагогов владения современными образовательными подходами, способными снизить учебные перегрузки дошкольников и младших школьников. Предлагаемый курс направлен на развитие компетенций педагогов в сфере применения методов арт-терапии для решения этой задачи. В ходе обучения слушатели познакомятся с актуальными вопросами организации арт-терапевтической работы в детском саду и начальной школе. Они освоят практические приемы использования арт-терапии, позволяющие сделать образовательный процесс более увлекательным и щадящим для детей. Слушатели научатся создавать уникальную информационно-образовательную среду, соответствующую требованиям в ГОС, в которой дошкольники и младшие школьники смогут развивать стрессоустойчивость и успешно адаптироваться к обучению. Реализация курса не требует привлечения значительных материальных ресурсов, что делает возможным широкое применение арт-терапевтических методик в образовательной практике. Полученные знания и навыки помогут педагогам проводить интересные развивающие занятия, разнообразить совместную деятельность с детьми и эффективно решать задачи подготовки к школе и начального обучения. Напомню, наши курсы дистанционные, это очень удобно, вы можете обучаться за своим персональным компьютером. Также мы выдаем удостоверение о повышении квалификации. Записывайтесь к нам на обучение.